My name is Victoria. How are you today? Сейчас мы разберем первый урок английского языка к учебнику Афанасьевой Ольги и Михеевой Ирины. Данный учебник разработан для изучения английского языка как второго иностранного в школе. Изучение начинается с 5 класса. Мои видеоуроки помогут вам выполнять домашние задания и подготовиться заранее, чтобы быть лучшим на уроке английского языка. Также этот учебник подойдет тем, кто хочет самостоятельно изучить язык. Скачивайте учебник, смотрите видео, задавайте мне вопросы, и будет вам счастье. Все вопросы вы можете задать мне ВКонтакте, ссылка есть в описании к этому видео. Я буду рада помочь каждому с изучением английского языка. Итак, начнем. Step 1. Task number 4. Параграф 1. Задание номер 4. Задание звучит так. Ты еще не начал изучать английский язык, а уже знаешь многие английские слова. Послушай запись и скажи, о значении каких из этих слов ты смог догадаться. Послушаем слова. Football, cup, police, tennis, taxi, apple, restaurant, supper, sport. О каких значениях слов вы смогли догадаться? Думаю, это было несложно. Давайте переведем. Футбол. Футбол. Кап. Чашка. Полис. Полиция. Теннис. Соответственно, теннис. Такси. Такси. Эппл. Яблоко. Ресторан. Ресторан. Саппа. Ужин. Спорт. Спорт. На этом задание окончено. Следующее задание смотрите на моем канале. Если вам необходим разбор заданий из другого учебника, обязательно сообщите, и я запишу видео для вас. Goodbye!